Привет, друзья! Я, например, люблю куличи, когда вот у них такая большая, богатая шапка. Всем добрый день! Сегодня, как я и обещала, снимаем быстренько-быстренько очень удобную, вкусную и очень красивую помадку для куличей. Вот такие они у нас хорошие получились. Готовится она всего из трех ингредиентов. Это вода, сахар и желатин. Немножечко у нас ванильки. И, соответственно, вода, чтобы растопить желатин. Что мы сейчас и сделаем. Мы заливаем желатин водой. И оставляем его. Вот можно его даже немножечко так помешать. Потом мы его растопим в микроволновке. Сейчас он такой превратится в желе. Растопим в микроволновке и закинем его в сироп. Сироп мы сейчас сварим. Закидываем туда вот этот весь сахар. И отправляем на огонь. Надо, чтобы он закипел и проварился где-то пару минут после закипания. Ставлю его на максимальный огонь. Он там будет сам себе жить. Теперь нам надо подготовить куличи. Для того, чтобы подготовить куличи, нам надо их раздеть. Смотрите, как они отходят от формы. Какие у них красивые попки. Просто красота. Рецепт этих куличей есть у нас на канале. Они, правда, очень вкусные. Пока закипает сироп, сейчас мы все это проделаем. Смотрите, какие красавцы. Они маленькие, малыши. Специально мы такие сделали. Чтобы они не засыхали, можно разрезать его на две или там на четыре части маленькие. Или на две половинки. И с удовольствием попить кофе. Будет очень вкусно. Внутри у него изюм. По-моему, в каких-то только изюм, в каких-то цукаты и изюм. Которые мы готовили сами, цукаты я имею в виду. Вот смотрите, куличим отодвинем. Вот такой вот уже хороший, набухший у нас получился желатин. Он выпил всю воду и превратился вот в такую вот массу. Его прям хочется как будто сразу съесть ложкой. Он такой аппетитный. Так, ванильку мы закинем в самый последний вагон. И у нас закипел сироп, он уже хорошо кипит. Сейчас я выставила 2 минуты, чтобы он прокипел. Пока у нас кипит сироп, на полминутки, буквально даже на 10 секунд, наверное, мы поставим наш желатин в печь, в СВЧ-печь, чтобы он разошелся. Вот так вот у нас расплавился желатин. Оставляю. Сейчас будет готов сироп. В сироп в готовый мы вольем вот эту вот массу готовую желатиновую. Добавим туда ванилин. И взобьем ручным миксером. Все очень просто. Самый прикол в том, что в этой глазури она очень вкусная, очень красивая, блестящая, глянцевая. В ней нет яиц. То есть она подойдет вообще всем. Вот такой у нас сироп. Он закипел, прокипел пару минут. Сейчас, пока он бурлит, мы его оставим немножко, буквально на полминуты, чтобы он отдохнул. И потом добавим желатин в него. Подсоединяю я миксер. Вот такой обычный ручной миксер. Теперь мы заливаем туда желатин. Все, до последней капельки он нам нужен. Отправляем туда же ванильку и начинаем взбивать. По мере того, как он взбивается, вот эта вот, так сказать, какая-то жидкость, да, она начинает менять цвет и, в принципе, форму. И вот чем больше мы будем взбивать, тем больше она будет загущаться.
Ну вот, в принципе, и все. Сбивалась буквально несколько минут. И получилась вот такая очень приятная. Фоткой покажу. Очень-очень она прям такая упругая. И теперь мы ставим наши кулички. Глазурь. Берем ее на лопатку. Берем кулич. И вот так вот распределяем. А можно, наверное, ее налить в кондитерский мешок. Ну, я думаю, что так он, вот так она ляжет как-то более оригинально, что ли. Вот, побольше. Такая прям она. Ой, что-то я перестаралась тут немножко. Так. Поставим их отдыхать. Вот второй. Да, на первой я прям даже много как-то намазала ее. Можно поменьше, но... Я, например, люблю куличи, когда вот у них такая большая, богатая шапка. Так. Ну, так вот мы их поводили, разводили. Вот получился, ну что, красавец. Красавец кулич. Сейчас посмотрим, насколько нам хватит. Ну, на первый я, правда, что-то перестаралась. Ну, ладно, это будет детям. Так, ну, вот еще, наверное, на один хватит. Так вот. Так, подвинься. Вот на три кулича у нас хватило. А на другие... 4. В принципе, если не так богато покрывать их головы, то, в принципе, хватило бы на 4. Посмотрю, даже, может быть, еще вот на этот намажем сейчас. Вот так как-то. Поскромнее. Этот будет поскромнее. Ну, тоже очень хорош. Вот, на четыре кулича хватает такого количества. Так. Ну и потом мы еще украсим какими-нибудь штучками, и будет вообще красота, красотища. Ну вот и все. Наслаждайтесь. Приготовить эту глазурь занимает ровно 5 минут. 2 минуты на приготовление ингредиентов, 2 минуты, чтобы сварить сироп, и ну, где-то минуту, максимум 2, взбить его. С Пасхой, друзья! Вот такие красавцы у нас получились. Очень быстро, за 5 минут, мы их покрыли глазурью. Она очень нежная, блестящая, глянцевая, очень-очень вкусная. А затем мы задекорируем их. Когда глазурь подсохнет, сделаем декор. Так и хочется откусить, да? Очень ароматный кулич, такой красивый. Мне жалко его резать, но поскольку я дегустатор, я просто обязана это сделать. Итак, сейчас я вам покажу его внутренний мир. Серединку посмотрите. Какой он красивый, мягкий. Ароматный. Посмотрите, какой большой, толстый слой вкусной шапочки. Невероятная красота. Жалко. Но я должна показать вам самое сердце этого кулича.
как здесь много цукатов и изюма. А более подробную распаковку вы можете посмотреть в следующем видео. Отрезала кусочек, сейчас съем и расскажу вам, как на вкус. Очень мягко, нежно, очень вкусно. Очень вкусно. Готовьте с нами. Подписывайтесь на канал. И будет у вас вкусный кулич.